Привет всем, вы на канале Бер и Гейм. Мы продолжаем проходить веселую игру про зомби Guns, Gore and Cannoli. Как у нас там, ребят, вы заценили вроде бы игру, да? Там что-то у нас вроде какие-то лайки появились, просмотры. Вот, в общем, можем выбирать, вот, оп. Вот, кого можно выбирать, да, так я не показал. Вот такие вот персонажи. Так, мне нужно мой персонаж, где он там? Вот он, поехали. У нас контроллер, в общем, подключили джойстик, изменили кнопочки. Да, в общем, мы попробовали. То есть здесь уже в игре предусмотрен джойстик. Очень удобно, так что он уже там начал. Мы только чуть-чуть кнопки изменили, раскладку, а так все нормально. Да, я могу. Все, вот так вот нас. Все, готово. Так, продолжаем мы драться с зомби. Продолжаем. Ну, сзади идет уже. Ой, бочки кидают. А он, кстати, на бочки не попадает, смотри. А я могу их поломать. Тебе удобно, да, теперь? Да. Вот. Теперь нам будет намного удобнее. Слушай, вот этого гада надо бы как-то прострелить ему башку. Ой, это не то. Не то, да? Правильно, гори. Вот это так, псих... пока я с кнопками. Я помню, в какой-то игре были такие, помнишь? А, я помню, эта игра была черно-белая, тоже вид сбоку, помнишь? Где это, мальчику сон снился, помнишь? Черно-белый, бесконечный сон. Так, где наши коктейли Молотова? Ладно, Лёша занят. Ребята, вы помните? Да как-то... иди ты нахер, толстопузая фигня нахрен. Nightmarish Dream, как-то так назывался это. Ой, все стреляют, зашибись. Они попадают. Эй! Уродцы! Джойстик подключили, что-то у меня не получается. С кнопками пока не могу привыкнуть. Ну как всегда, оправдание. Да что такое-то, ёптой на ёб. А? А я что за дерьмо тут катается? Какая-то бочка катится. Сюда, это... она туда-сюда катится. Гана так обвез. О, в кого-то она там врезалась. Да? Так, нам бы что-нибудь... пожрать? Ой! Козел. Какой-то активный. Выпьем. Ой, кто там ходит? Жесть! Тетка, ты че рыгаешь? Ух ты, ёпта. Ой, фу, вонючка поганая. Бутылочки постреляем. Ух ты. Иди ты нахер, у нас недоволен как. У нас здоровья мало, дайте жрать. Походу наверх надо топать, да? Да. Так, прыжок. Еле увернулся, да. Да уж. Ребят, дайте пожрать. Ух ты, он даже сюда падает, капец. Ну тогда падай туда. Не, здесь он не упадет. А вот здесь вот. А, здесь они тоже не упадут. У нас обоймы, пистолета бесконечные, видишь? А, отлично. Это хорошо. Так, мудак идет. Я... И камера всегда двигается, можно всегда назад пойти. В бочку выстрели. Зарвись, Дольфушка, зарвись. А ты все равно, ты убежал, ты избежал. А. О, жрачка. Ой, сохранение, смотри, хорошо. Отлично. О, все, наконец-то мы в дома зашли. Ох ты, ну мудак. От этого не легче. Так, что-то он затормозился, остановился. Ой! О, ты рыгалка долбаная, иди ты нахрен. А что ты бегаешь-то? Чокнутая. Без башки бегает, как курица, да? Вы знаете, что эти курицы и петухи, если им отрезать голову, вот козёл, то они какое-то время будут бегать без головы. Ну, там, сколько ты говоришь, минуту, да, или сколько? Курица? Не минуту. Меньше. Меньше, да? Ну, побегает, да. В общем, она чуть-чуть. Эй, отпусти, отпусти. Здесь еще один гуляет. Ука! И подохла шляпа, упала на пол. Так, сохрани. Бейсболист этот все уже ушел? Да, все. Вот они сюда не должны, по идее, на балкон пробраться. Ой, этот нахер, нахер. Вот этот.
Нет, они могут куда угодно забраться. Херы. Что-то потемнело, смотри, какие-то улицы у нас пошли. Да, все, мы вышли на улицы. Мы поменяли разрешение для самого большого. Игра не тормозит. Да, кстати, самое большое разрешение. Согласись, как Вольфенштейн, как объездков. В общем, мы сейчас пытались... Сейчас у нас, по идее, Вольфенштейн мы должны были играть. Но вместо этого, короче, Вольфенштейн нас очень сильно тормозил. Мы ждали 20 минут. В общем, ругались очень. Ой, нельзя к нему подходить. Да, да, да. Мы очень ругались на Вольфенштейн, потому что вообще они придумали супер графику. Ой, жесть! Зачем же ты сюда прыгнул? Давай, давай, всех их... Ребят, да что ты там сзади присосался ко мне? Иди-то нахер. Жесть. Вообще, смотрите. Вы все видели. Так, значит, мы сейчас, прежде чем там спуститься, мы возьмем супер... Так, пинай его. А как тебя загасить? А, вот так. Иди ты нахрен, большой нос. Где ты как в заду этим носом ковырять? Ты рычаг этот опустил? А, нет, точно. Забыл, однако. Так. Так, ну... что Вольфенштейн у нас будет все равно следующая там какая-то. Давай, присядь, может быть. А, ну или так можно, да. У-у-у! Горите в аду, твари! Ну ты сразу три не кидай так. Еще у тебя есть 8 гранат. Да? Да. А мы не сделали 8 гранат. Так, тогда... У. А, ну сейчас уже не работает. Жесть, что с ними делать, мудаки? Так, тогда нам нужно ружбас получше взять. Это что? Блин, их там просто море. Идем в пекло. Вот эти бегают, смотри, ты можешь пока убить этих, которые прыгают только. О, как можно, да, еще? Так, подожди, чё... не пробивай пока. Ну ладно. Можно и так. Еще есть уроды? Ой, ребят. Они застряли, они к тебе не проберутся. Да? Ой, вот беги. Вот. Да, да, вы совершенно правы. Кого же он мне по голосу кого-то напоминает? Че, сдохли, уродцы? Всем каюк, смотри. Да, точно. Молотова ноль, гранаты мы не сделали. Куда кидать? А подожди, мне казалось, ты вроде делал какие-то задние там. А, все, вспомнил, да, вот эта граната, вот она. Все. Граната стартная. Я помню, мы делали. Можешь тоже гранату или как там хочешь. Да ладно, пока пули бесконечно. Да. Здравствуй, тетка. Ой, бабуля сейчас... Ой-о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 й. Грызут, грызут. Хер вам, твари уродливые. Вы семья, походу, муж и жена долбаная. О, кабанчик. Пусть к машине подойдет, ты машину. А, ну да, да. Ой, ножка полетела или что там полетел, да? О, ух ты. Хороший способ, да? Да. Бочки можно взорвать. Бежит, бежит, перепрыгнул, гад хитрый. Сейчас они, смотри, друг за дружкой прям будет. Прощайте же. О, попал. Ой, иди, иди. Смотри, они как взрываются, круто. Класс. Машина взорвется? Вообще, я так хотела, чтобы так было. Грузовик, наверное, не взорвется. Тогда мы толстяка взорвем. Ой, кажется, получилось. Взорвали шнягу. Машину можно зажечь. Вроде бы. Да. О, еще отлетели у нас. Они сюда не пройдут. Да, мне нравится эта работа. Блин, прикольно вообще. Прикольная игра. Так, сейчас дедок побежит. Побежит и умрет. Сейчас псих побежит. На, куда ты бежишь? У нас уже, кстати, названия появились для них. Этот дедок, псих. Ой, смотри, сейчас он бочку там уронит. Сейчас будет полная труба. Ой! Ой-ой-ой, все взорвалось. Отлично. Вот этот козел, это вообще, вообще сложный, да. А, он куда-то убежал.
Бабулька это! Ой! Ай! Бежи! Что? Че, дураки, что ли? Ехаю налево. Вот этот урод. Ай, такое стадо бежит. Смотри. Ну смешно же. А, козел, за. Так, мне вот этого. Готовы. Вот этот один остался. Мудак, синего его. Ладно, загасим. Все, Сеня, подох. Упал. Шапочка слетела. Да, упал. Сильный мудак, сильный. Что там у нас ждет? Там этот бочка кидайла. Эй. Граблями так. Своими. Тогда накинем вот так вот что-нибудь, сделаем. Да. И этому тоже толстяку надо кинуть, он все равно на месте стоит. Так, пойдем к толстяку. На, толстяк. Все, бочки перестали катиться. Хорошенькое местечко тут. Твое? Да, ведь на вывеске сказано расти, не так ли? Я и не покину это место, пока там бродит зомби. Ты можешь остаться тут, такой парень, как всегда пригодится в делах. Спасибо за предложение, но у меня уже есть работа, давай ближе к делу. Где Фрэнки? Я догадываюсь, что его держат у людей Бонино. После нашествия зомби они начали искать его. Клан Бонино? А кто это такие? Они управляют этой частью города, все, что южнее реки. Они не ладят с кланом Белуч, они воюют уже несколько, насколько я себе помню. Тогда я отправлюсь к ним для вежливого разговора. Где они прячутся? Прячутся? У них хорошее развлекательное заведение в центре города, престижное место. Ну и девушки. Чтобы добраться туда, тебе понадобится пройти через аллею, но я бы не рискал, так бы я на твоем месте. Оно кишит зомби, и у них по всему городу расставлены головорезы. И тогда никто, я смогу надрать задницу парочку зомби. С такими парнями мне ничего не стоит разобраться. Как скажешь, друг, удачи тебе. Блин, так быстро все, как здесь читать даже. Интонацию не поставишь правильно. В общем, идем на поиски этого Фрэнки. Это наш кореш лежит? Я не знаю, кто это. Ух ты, паскуда. Иди ты нахер. Да не мешайся, ты забыл. Отрыжка твоя потная. Чё ты такая живая-то? Ой, жесть. Она еще и так. Жесть. Тебя добивает. Как курица, да? Ты вот да почему ты про курицу говорила. Так да, я и говорю. Подожди, бочку взорви просто. Сейчас. И все взорвется. Прощайте, ребзи. Ой же. Ой, еще и бегает. Да иди ты нахер. Откуда она знает, куда бежать? Она же не видит. Она не вот бежит, не по нюху. О-о-о. Муж и жена нахрен. Сразу бегут с двух сторон. Вот задолбали. Найт Майерс, помнишь, мы играли? Ребят, я это говорила 10 минут назад. Ну да. По графике похоже. Я и говорю, вот эти психи, да, которые бегут, они вот похожи как раз. Да. Так, в общем, игра просто классная. Мне она очень нравится, если честно. Хорошо, что я не играю. Ой! Мне просто нравится смотреть на нее. Ну что ты разбегал? Спускается. Бежал по ящичкам, чтобы добежать. Не мешайся, пожалуйста, сударь. Пойдем. На балкончик, да. Ну что ты бежишь, псих? Все, нам все легко. Почти что. Мы уже всего научились, так, что там такое. О, что-то взяли. Сейчас этот упадет. Ах ты паскуда. Оу! Блин, откуда-то выбегают. А, понятно, они из квартиры. Welcome, тетя Пари. Добро пожаловать. Ты можешь туда в квартиру пройти? А, наш первый секретик. Только ничего нет в этом. И туда, на втором этаже можно было пройти. А вот что-то есть. Ружбас. Дальше как в Германии, да, дальше не идет. А что там, по трубе?
Нет, нет, в этот, ты не видишь, кровь не идет. Да-да-да, если... Ух ты, ёб твою мать. Я так и знала, что какие-нибудь еще пойдут так, стрелялки. Так, это что-то не то, да? Чёть, иди нахер. Толкай ее, заталкивай ее куда-нибудь. Так, вот это дерьмово, кобец. Сумасшедшие фашисты. Как же их гасить-то, ёб твою налево. Прыгать только если. Все, походу. Да, так, вот этот мудак. Там мудаки. Посложнее сделали на задачку. Они, смотри, не выходят. За вот этим. Ах ты тварь. Ну их, кстати, несложно, да, убивать? Они вроде так. Вспомним Дэнди. Ну да, несложно. О, есть жрачка. Хом. Ай! Ой! Да, мы сюда. Кто ты там? Кинь в него гранату. Гранат нету. Коктейль молотого. Коктейль, да, кинь. Сейчас. Пекарь возьму, где он? Наш обычный. Блин, а вот он, наверное. Блин, это не то. Сейчас, извиняюсь. Где наш коктейль молотого-то? Вот он, тихо. Сдох. Ой! Пьяный мудак. Ты, кстати, от них можешь подпрыгивать. Видишь, можно... Вот это сюда к тебе заберется. Так, коктейль молотого где у нас? Я уже забыл. Да ёб твою налево. Там какая-то другая кнопка, да? Да. Там потрошки лежат, видишь? Когда убьешь, сходи, возьми. Сейчас я мудака убью. Близко к нему просто подходить не надо. Блин, какой живучий-то паскуда, а? Да ты бронированный, будет. Тварь. Ах ты. Ух ты, там готово. Кабане ходит. Ух ты, у нас первый босс? Почему? Или где? Кто там? Ну, я не знаю, какой-то он новый. А, это этот, мясник этот. Так, что это такое у нас здесь? Так, пойдем к тетке сюда. Так, пойдем туда. Уроды, а? Убиваем, убиваем. Нашествие. Хорошо, иди видишь? Нахер, козел, а? В Найтмарис там нельзя было их убивать. О. Эй! А что это такое? Что это такое? Блевотня нахер. Какие-то... Уроды! Я не знаю, кто это. Жесть, они разбавляют игру, но все новым и новым, молодцы. Идите нахер. Так, дедулю мы загасим. Они хотят коктейль Молотова. Я забыл, как он кидается, блин. Пошел ты взад. Так, что делать? Пойдем дальше. Скользит прям. А его, кстати, ногой можно даже добить. Иди ты, не мешайся ты нахер от нас. Так, готов. Готов, да. Уродец, я здесь. Чё ты там застрял? Застрял. Так, Мудин идет. Да-да, вы совершенно правы. Патрончики. Дайте нам пожрать-то. А куда он, вниз что ли идти? Ну, пока спускайся, да. Так, больше ты готов. Некуда. Блин, по-моему, нет. Что там такое за дерьмо кидается? Дедуля. Готов. Хорошо, куда нам идти? В дверь можно? Нет. Вот сюда. А-а-а. Ай, валим. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего. Загасим.
Слушай, эти детки, они уже надоели, что они летают на свете. Шар подбомбить надо. Нихера себе, тварюга, замочила, ты ведьма! Ну, у нас здесь рядом, в принципе, было сохранение. Так, туда мы не можем пойти. Так, пошел нахер. Да ё-моё! Иди нахер. Так, у нас есть патроны оружие... Патроны не будешь брать? Патроны, давай возьму. У нас есть ружьба с похлеще, тогда надо его использовать нахер. Mm-hmm. Так, сколько у нас дробовичка? Сейчас тут мясник, по-моему, выйдет. Ох, так это прям нормальное оружие. Иди нахер. Так, мудак. Не мешайся, паскуда. Голова исчезла. Да, что-то мы поддохли. Там труба. Вот эти мудаки будут. Надо тогда нам выбрать... Ты просто бежал. Тебе надо вот один появляется убить. Один появляется убить. Тебе надо так. А так ты там собрал кучу целую, конечно, они тебя... Ну да, надо потише идти. Вот они, уродцы. Так, нам жрачка, жрачка? Жрачка. Да. Вот это блевотня поганая. Ой-ой-ой, она еще и прыгает. Иди ты нахер, пупки! Надо им шарик этот, да, подстрелить? Да. Нет, они так и летают на шарике, видишь? А, ну просто дохлые. Давай, дохни на. А, у нас уже нету, да, ничего получается? А чего? Ну, вружбаса. Надо подгаснуть их. Так, что мы там имеем? Пульки? Да. Так, там где-то мудаки. Вот они здесь. Теперь там. Ой. Двоих сразу. Хватит нахрен кричать, как девчонки. Да. Куда нам там топать? Иди нахер. Вот сюда, да? Сейчас ух, там нас... будет жесть, по-моему, да? Что-то такое. Уродцы сейчас будут летать. Ой, пулька задела. Что-то горим нахрен. Готов. Куда-то эти мудаки летуны исчезли. Да, там все горит. Допрыгнем? Он до тебя не мог допрыгнуть, поэтому и стоял. А. Пошел нахер. Сюда. Крыщ. Сюда. О, бабуля бежит к тебе. Жрачку возьмем. Ой. Ой-ой-ой, как их тут много. Они такие довольные. Уродцы. Все, подох, хер. Нам до сохранения бы дойти, да? Оп, тихонечко спускаемся. Ой, а мы здесь были? Им нужен. Не, мы здесь не были. Так, гранат нету. А, есть. Рикошетим. Сейчас кабана один надо загасить. Остался. Сейчас он дойдет. Вот так вот. Блин, паскуда. Нет, ему маловато. Пухлый. Так, попал, козель. Ну, давайте за сохранение дойдем, да? Сколько там у нас время? Троих сразу. Ой, как хорошо. Этот автомат убивает. Да. Ой. В общем, игра такая, вообще не остановиться. Просто хочется в нее все время играть. Охрененная игра, просто да, бесконечно да, идешь и идешь. Идешь и идешь, да. Ну, быстро пройдется, наверное. Mm-hmm. Все. А нет, не все, смотри. Эй, не все, что ли? Значит, туда. Значит, нам наверх. Че это херня? Что? Мудаки, что ли? Да, это летуны, походу.
Ой-ой-ой-ой-ой. Пугают. Идите вы нахер. Сохранение. Курочка. Все, здесь мы остановимся, сейчас мудака добью. Здесь мы остановимся. Подписка на канал, спойлер, рубка, так как комментарий, что видела, всем дочек, космичек, игра охренная. Пока.